Здравствуйте, родные мои. Кто вам не рад, тоже здравствуйте. Вот только что сварил картошку. Только что. Что сейчас будем делать? О, прибежали все, услышали. Сейчас эксперимент проведем. Я тут видео выложил недавно. И там задал такой вопрос людям. Подскажите, пожалуйста, если горячую картошку вывалить поросятам, горячую вообще еду, что они могут обжечь желудок и, ну, умереть будут или что-то там. Вот сейчас проверим. Картошку вывалим. Вот только что сварил. Вывалил. Чувствуют уже картошку. Прибежали. Вот что произойдет. Смотрим, родные мои. Вот вывалил кипяток. Вот. Не, сильно не едят, где-то хватает. Горячая. Короче, ничего страшного, мне кажется. И здесь хватит, горячая. Побежали дальше. Эти вот, видите, так тычут и убегают. Пизжат, жрать охота. Голубь то ли раненый, то ли птенец. Нет, улетел, смотри. Вроде потихонечку ест вот. Горяченькая. Видите, здесь аж парит. Не хотят есть. Ну, короче, что? Остынет, сидят. Вон потихонечку. Что, Галя, жрать хочешь? Он горячо, даже не берет в рот. Так что ничего страшного, мне кажется. Остынет, потихоньку сидят. Да, Галя? Бегает, ищет. Есть хочет. А эти что? А он чавкает, блин. Варежка с котлетой. Потихонечку едят. Не торопятся. Выбирают, что похолоднее. А мелочь пузатая. Ну-ка, приди. Тоже он бросили, ходит. Жутко остынет. Так что ничего страшного. Ну, посмотрим завтра-позавтра. Что там они, блин? Да нормально, мне кажется. Вон, сейчас тут потихонечку беру, что похолоднее. Короче, не дураки. Молодцы, поросята. Ну, вот что, прошло минут 5. Вот очистки здесь были, съели. Мелочь пузатая. Потихонечку очистки ковыряют тут. Ищут, что похолоднее. Не дураки. А вот эти картошка. Картошка. Смотрите, вся картошка здесь лежит практически. Галя вот потихонечку что-то выбирает себе так. Что там выбирать надо? Ну что, похолоднее. Ну все, родные мои. Лайки, дизлайки, комментарии. Подписывайтесь. Видите, все подряд не хватает, как выбирать, что видите, тихонечко. Вот прошло 2 часа примерно. Эти не доели. Здесь что у нас? Очистки были, это очистки. Сожрали все. Да не ходи ты под ногами. Котлета, зайди. Здесь картошку все съели. А теперь смотрите, родные мои. Вон, перья валяются. Перья валяются голубинные. По всей тут стаечке. Они тут что, блин? Голуби поймали, что ли? А, блин, хищники. Да диориты, блин. Сейчас сухого насыплю. Ну вот, насыпал сухого корма. Едят, аппетит нормальный. После горяченького-то.
Эти мелочь пузатская прищмакивают. Короче, все это обман. Что горячий нельзя давать. Все, рады мои. Лайки, дизлайки. Подписывайтесь. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, родные.